Тема 690. Прокат автомобилей, простаивающих в аэропорту. Два австралийца обнаружили потенциальную схему бизнеса в следующем обстоятельстве. Парковка в крупных аэропортах страны стоит очень дорого. Когда они приезжают в аэропорт Мельбурна, например, ставят машину на платную стоянку. Затем летят в какой-нибудь другой город, например, Сидней. Прибыв туда, опять же нанимают автомобиль, чтобы передвигаться по городу прибытия, в то время, как его личный автомобиль простаивает без дела, пополняя прибыль аэропорта. Нашла в интернете статью про заработок аэропорта Мельбурна. Он берет деньги даже за минуту пользования парковкой. Вот его расценки, здесь показано, как аэропорт, желая заработать еще больше, в очередной раз поднял цены за услуги стоянки, и благодаря этому заработал еще на 67% больше. Каждая машина места приносит аэропорту $5000 в год. В год аэропорт на парковке зарабатывает $126 миллионов. А пользователь аэропорта, уехавший на 10 дней из Мельбурна в Сидней, за парковку платит в итоге больше, чем за билет на самолет. Вот два молодых австралийца и подумали, а что если снимать автомобиль с парковки и дать ему в это время заработать, сдавая его в аренду другим пользователям. В итоге его владелец не только не потратит деньги на дорогую парковку в аэропорту, но и заработает на прокате своего автомобиля. Вот они и создали бизнес Charhat, сайт charhat.com.ae/u, который предлагает владельцам автомобилей, оставляющим свои машины в аэропорту, бесплатную парковку. Бесплатную потому, что автомобиль вместо дорогого простоя будет зарабатывать деньги фирме Charhat и владельцу машины 25% от стоимости проката. При средней стоимости проката $40 в день владелец авто получит $10 в день. А почему выгодно арендовать машину у Charhat? Потому что это в среднем на 25% дешевле, чем у других компаний, предоставляющих автомобили в прокат. Кроме того, фирма Charhat обещает вернуть автомобиль идеально чистым, его помоют на автомойке. Во избежание неприятных ситуаций, ДТП или простого повреждения автомобиля, каждое авто страхуется. А если автомобиль получит царапины, то службы ремонта, которыми у Charhat есть договоренности, быстро все исправят. Компания Charhat зарабатывает не только на прокате чужих машин, но и на предоставлении своей парковки. У нее есть своя парковка в районе аэропорта. И она дешевле, чем у аэропорта, в несколько раз. С какой стороны ни кинь взгляд, везде для автомобилиста выгода. И недорогая парковка, если не хочешь своим автомобилем делиться, и возможность заработать, если не прочь отдать свою машину во временное пользование третьим лицам, и бесплатная мойка, в итоге. За первый год этот проект заработал $500 000, а ему всего полтора года. И темпы роста составляют 20-25% в месяц. Если так пойдет и дальше, крупнейшим аэропортам вскоре придется озаботиться новыми способами повышения своей прибыли. Не знаю, как дело обстоит в Москве, у нас, по-моему, с обычным прокатом автомобилей не все благополучно, судя по многочисленным отрицательным отзывам в интернете. Но идея интересная. We'll be right back.
подпишись на канал «Идеи домашнего бизнеса» и жми колокольчик для уведомления о действиях канала.